проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 143. Бытие, 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Не значит ли это, что не нужно слушать голоса жены? Вопрос. Ответ Игнатия Лапкина. Матриархат. Эмансипация женщин – это изобретение дьявола, его научение, начатое еще в раю. 1 Коринфянам, 14 глава, 35 стих. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. 1 Тимофею, 2 глава, 12 стих. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Иоанн Златоуст говорит: «Если ты вышла замуж, превратись в камень». Более подробно в нашей книге «К истинному православию» в главе о семье. В делах житейских, хозяйственных жена бывает острее мужа. Постарайтесь книгу «Домострой» сделать настольной. Там это все разложено по полочкам. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.